Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в чемпионаточку на сером Азин Холиплей. Первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гей. Этот промокод можно вводить на любом сервере. Как только вы прокачаетесь до 5 уровня, получите 50 тысяч. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч, поэтому обязательно используйте мой промокод, он будет в описании. Итак, как вы поняли, мне в принципе снова выдали YouTube, потому что, видите, я изменил скин себе и я нахожусь на паркур-кате. Итак, что у нас сегодня будет, пацаны? У нас сегодня будет проверка моих нервов, потому что, блин, я на самом деле такой человек, что, ну, вот эти паркур-карты для меня это полная жесть. Я могу жестко бабануть, когда я, помню, собирал подарки, когда подарки добавили, помните, последний раз, помню, 1 сентября, они были на паркур-картах. И есть первая паркур-карта, она вообще кончена, но почему-то я не могу туда никак заспавниться, не получается у меня. А есть эта паркур-карта, и давайте попробуем ее пройти. В принципе, у меня будет 5 попыток. 5 попыток, то есть, если я 5 раз упаду, все, я провалил. Если я упаду меньше раз, значит, я прошел, короче. Давайте делаем таким образом. Надеюсь, вам это нравится, пацаны, обязательно ставьте лайки, потому что, блин, вот реально, ютуберка, это новые возможности по видосам, потому что реально можно поснимать что-то годное, поэтому пишите свои идеи обязательно в комментариях, что мне поснимать с ютуберкой. Я могу себе выдать оружие, я могу себе выдать ХП, я могу телепортироваться куда угодно, грубо говоря, поэтому пишите свои идеи в комментариях. Все. Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбокс либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. А мы начинаем. Погнали, давайте пройдем эту паркур-трассу. Надеюсь, у меня получится это сделать. Так, давайте я, наверное, вот таким образом сделаю, чтобы подальше камера была. Так, перепрыгиваем. Все, погнали дальше. Надеюсь, мы сможем ее пройти, пацаны. Потому что я думаю, вам это будет интересно, как бы посмотреть, как я бомблю. Потому что если я буду падать, я обязательно буду бомбить. Потому что я ненавижу эти паркур-карты, на самом деле. Потому что последний опыт мне не очень понравился с этими подарками. Так, давайте аккуратно проходим. У меня есть 5 попыток упасть. Ну, то есть 5 раз я могу упасть. Не больше. Так, аккуратно перепрыгиваем. Ну, это полегче карта, чем самая первая. Но на самую первую я не могу попасть. Но, пацаны, если вы хотите, давайте наберем под этой серией 100 лайков. И я каким-то образом попаду на паркур карту номер 1. Там намного сложнее будет. И, я думаю, интереснее тоже. Поэтому, блин, ставьте лайки. Все, идем дальше. В принципе, проходим эту паркур карту. И надеемся на то, что все будет хорошо. Ну, по сути, довольно-таки легкая, я думаю, да. Но все же, блин, я думаю, это будет нормально. Главное, просто не ошибиться. Оп, все, я перепрыгнул. Так, и давайте здесь сейчас перепрыгнем. Аккуратненько. Так, ну, довольно-таки легкая реально паркур-карта, но, возможно, в конце нас ждет что-нибудь посложнее. Поэтому давайте быстренько сейчас пробежим. Я думаю, мы все-таки ее пройдем с первого раза, может, и не с первого раза. Так, тоже сложненько. Оп, перепрыгнули. Блять, нет, сука. Блин, вы понимаете, мне теперь нужно обратно бежать. Мне просто теперь нужно обратно бежать. У меня ж нету, типа, точек сохранения там и так далее. Блять, я так и думал, блин, эти кубики самые конченые просто, какие могут быть. Блять, чуть-чуть реально осталось. Ладно, давайте я сейчас телепортируюсь обратно в начало и будем пробовать. Так, чуваки, я хотел только что поинтереснее кое-что сделать, то есть пройти эту трассу на мотоцикле, но пофиксили все-таки эту тему, пацаны, теперь нельзя телепортироваться мне вместе с машиной, пишет, знаете, что пишет? Пишет, использование в машине нельзя, то есть телепорт в машине запрещен теперь, к сожалению, да. Блин, хотя это очень было удобно, на самом деле, вместе с машиной телепортироваться куда-либо, но видите, пофиксили все-таки, теперь я не могу телепортироваться вместе с машиной, поэтому мы сейчас снова будем проходить ножками, так сказать, хотя я хотел пробовать на мотоцикле, но, увы, у нас это не получится. Так, все, давайте начинаем заново, я думаю. Блять, да ёб твою дивизию, сука. Начало заново, блин, называется. Так, аккуратненько, все. Так, блин, надо... Ебучий случай, блядь. Не, я сейчас, пацаны, не прикалываюсь, серьезно. Так, давай. Все, блядь, обратно мне бежать просто, хер знает куда. Если что, это уже другая часть идет, видите? Я вон там, блядь, упал. Теперь мне нужно обратно туда бежать.
Так, в очередной раз мы сейчас идем обратно сюда. Так, давайте поаккуратненько. О, перепрыгнул, молодец. Блин, первый раз я вообще как-то изи проходил, а сейчас что-то вообще, блядь, в два раза же упал. Да, блядь, как так может быть? Да ну не гоните, блядь, да мне это уже не нравится, блядь. Мне кажется, это плохо закончится, если я так падаю постоянно. Так, давайте аккуратненько переходим. Оп, заебись. Так, идем дальше. Блядь, жалко, что на мотоцикле не смог попробовать. Я как бы думал, что на мотоцикле телепортировать туда и поехать на мотоцикле по этой трассе было бы довольно-таки интересно, но, увы, руководство пофиксило, и теперь нельзя с машины телепортироваться. Не знаю, что такого плохого было в том, что я телепортировался с машиной. Ну, ладно, в принципе, не важно. Так, аккуратненько, аккуратненько. Оп, так. Да ну, блин, нет! Ну, блядь! Ну, пиздец, просто пиздец, реально. Ну, почему, блин? Так, давайте сейчас я вылечу. У меня там ID 49, PS 49, то. И как там, ХП? А, вот, все, я вылечил себя. Я теперь, видите, не могу себе даже 1000 ХП выдавать, к сожалению, да. И никому, я только себе могу ХП выдавать. Короче, сделали максимальное то, что чтобы я не мог там телепортироваться с игроками, выдавать кому-то ХП и выдавать кому-то оружие. Только себе могу ХП выдавать и телепортироваться. Так, пробуем заново, в принципе. Окей, давайте, блядь. Просто это как можно так упасть? Да ну блин, ну блядь, ну пиздец. Блядь, пацаны, шутки шутками, но, блядь, серьезно, это уже не смешно, понимаете? Я только начинаю бежать и просто падаю. Как так-то, блин? Почему первый раз я просто как, блин, не знаю, кто проходил? Я уже почти до конца дошел, до туда. И просто, блядь, здесь не могу даже пройти половину. Ну что за бред? Так, все, я максимально сосредоточился. Давайте, в принципе, пробуем пройти еще раз эту карту. Так, максимально все сосредоточился. Аккуратно, не спешим. Все, аккуратненько проходим. И мы должны дойти до конца, чтобы, блин, я себе галочку поставил, что я прошел эту карту. Потому что, блин, ну это пипец. Ну ее легко пройти на самом деле. Просто нужно быть максимально аккуратным в этом деле. Так, аккуратненько, все, прошли. Прошли. Оп, так, перепрыгиваем. И фух, я думал, сейчас упаду реально. Вы видели, прям просто, блядь, миллиметраж какой-то был. Еще в немного. Я бы упал бы просто, и меня, блядь, взорвался бы пукан. Ну, конечно же, нет, я пытаюсь, блин, максимально быть сосредоточенным, но все равно меня бомбить начинает, когда я уже, блин, я уже сколько раз? 5, наверное, упал. Не, стоп, а сколько я раз упал? Нет, 4, по-моему, раза я упал. 1, 2, 3, 4 раза. А тут у меня же, блядь, всего 5 попыток. Бля, по-моему, я 4 раза, пацаны, упал. Кто точно считал, то напишите в комментариях. Хотя я буду когда монтировать, сам посчитаю, но, по-моему, у меня сейчас реально последняя попытка. Реально, у меня сейчас последняя попытка, по-любому, потому что я либо 4 раза упал, ну, по-моему, не 5 точно, по-моему, 4 раза точно. Блядь, ебать, это было рискованно просто. Так, давайте, проходим карту, блин. Я забыл, что у меня 5 из 5 только есть. Я просто за это забыл даже. Понимаете, блин, это жестко, реально жестко. Так, аккуратно проходим. Мы должны пройти эту карту, понимаете? Если я не пройду, это будет... Блядь, прыгай. Почему он застопился просто на краю? Блядь, это пиздец. Это реально просто пиздец. Так, аккуратненько. Оп. Блядь, ну нет, ну блядь. Блять, ну как, блин. Все, пацаны, я провалил. У меня 5 из 5, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну ладно, давайте я попробую пройти еще раз эту карту. Ну почему, блин, видите, у меня нету этих мест сохранения, как бы, грубо говоря. И мне нужно постоянно заново начинать, ну это пиздец. Так, давайте так, если я сейчас упаду, то я какому-то бомжу, найду какого-то бомжика и дам ему 100 тысяч, короче. Давайте, конечно, мотивация маленькая была, ну, грубо говоря, да, в принципе. Так, давайте, блядь, фух, блядь, просто на грани, пацаны, просто на грани иду. Блядь, по сути, карта вроде бы как простая, ну, поняли, короче. Но все равно, блин, тут так, есть такие хрени, блядь, непонятные просто. В основном все зависит от вашего персонажа, он если он застопится где-то, то все, это пиздец, реально. Либо если он ногами это перебирает, блядь, и так далее. Так, аккуратненько проходим, аккуратненько просто, заебись. Так, оп, все, погнали дальше. Оп. Нет. Блять, просто на грани было, просто на грани. Не, ну мне тут не жалко, бомжу 100 тысяч, просто чтобы какая-то хотя бы мотивация была. Я думаю, вы понимаете. Так, идем дальше. Блять, ебать, я дебил, я думал, оно рядом стоит просто. Блять, то я реально начинаю нервничать, и из-за этого все начинается плохо проходиться, как по мне. Поэтому, блин, давайте максимально все прыгаем. Блять, фух, то больше оно рядом находится, блять. Сейчас бы просто провалил бы миссию. Если я сейчас упаду, пацаны, то я не буду, наверное, второй раз проходить. И не второй раз, а еще один раз. Так, здесь, в принципе, легко, просто бежать по этим балкам, ля-ля-ля, тра-ля-ля, ну, думаю, вы поняли. Самое сложное это эти вонючие кубики, непонятные, просто так, прыгаем, оп, все, и давайте как-то, наверное, сразу давайте на второй пробуем перепрыгнуть, так, оп. Ну, блядь, твою дивизию! Ну почему, блядь, ну почему? Все, давайте я пошел бомжа какого-то искать и дам ему эти деньги.
Так, все, я изменил свой внешний вид. Давайте теперь телепортируемся на вокзал какой-то и найдем какого-то рыжика. Давайте GPS, общественные места. Здесь и есть вокзал или нет? Просто чтобы я по GPS телепортировался на вокзал и все. Пляж, военкомат, концертный зал, автовокзал. ПГТ Батырева. Давайте, я думаю, куда? В Южный? Не, в Арзамас, давайте. В Арзамас, автовокзал Арзамас. Пишем GPS. Как там? Go to GPS. Go to GPS. И мы телепортируемся сюда. Так, давайте найдем какого-то рыжика именно. Где у нас рыжики есть? Так, это у нас не рыжик. Это у нас рыжик. Но, видите, они все в ФК стоят. А нам нужен живой человек. Поэтому пишем снова GPS. Общественные места. И давайте ПГТ Батырева вокзал выберем. Go to GPS. Так, тут пожар у них происходит. Бля, где рыжика найти? Надо какого-то рыжика найти, реально. Это точно не рыжик, по нему видно. Так, давайте, допустим, GPS, общественные места. Так, давайте в Южный попробуем телепортироваться. Может, здесь какой-то рыжик есть. Блядь, что так трудно кому-то какого-то рыжика найти и дать ему сотку? Я вот не понимаю. Давайте какую-то подработку выберем, например. Так, GPS, подработки. И давайте, я думаю, шахту выберем. GPS, так, всё, телепортируюсь на шахту. И давайте найдем какого-то рыжика. Блин, есть вообще рыжики, мне интересно. Так, какой-то чувак, он есть. Так, давайте посмотрим, какие у него уровни. У них уровни. Так, 204. 204, это у нас первый уровень. Так, давайте напишем Q. Так, хватит 204. Все, как я и обещал, отдаем ему 50 тысяч. Все, и я испаряюсь. Вот. Так, ну что ж, пацаны, я думаю, на это будем заканчивать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, снимайте ли мне еще подобные видео. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.